пятницу в Самарской области будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. В дневное время 18-21 с плюсом, ночью 12-15 выше 0. В Сызрани пасмурно, возможен небольшой дождь. Днем плюс 19 градусов, ночью плюс 15. Ветер южный, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти небо в облаках, плюс 19 градусов в дневное время, ночью 15 выше 0. Южный ветер 2 метра в секунду. В Самаре пасмурно, но без осадков. Дневная температура 19 градусов тепла, ночью плюс 13. Ветер восточного направления 2 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 45%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.